Всем привет, ребята! Сегодня мы пооткрываем 7 мегаячков и 42 призастар только на моем втором аккаунте. Вот эти наши подарочки. И начнем мы с... Вы не догадываетесь, с 42 призастар. Я хочу посмотреть, что мне тут выпадет. Мне на прошлом аккаунте выпало 2 бравлера и, ну, ничего такого особенного. Ну, там 8 гемов. Ну, вы поняли, короче. Но я хочу посмотреть, что мне здесь выпадет. Но я думаю, вы уже заждались, когда я уже открою эти призы стар и мегаячки. Открой призы стар. Спидран. Фух. Это бравл лагает. Вот этот пристар. Кстати, у меня первый был мифический. А тут? Мифик! Тут тоже мифик! В первом пристар на моем основном аккаунте был мифик, и тут мифик. Что? Всего лишь? Нет, мне вообще в бравлер выпал. Что-то не классно, я... Открыл мифик, и мне это ничего крутого не выпало. Все, теперь у меня только спидран. Призов стар. Спидран. Просто нажимаю. Бесконечно. Ну ничего не выпадает, мне что, не везет? Или надо было сначала мегаячки открывать? Мне прям браво уже залагал. Жить. О, опять мифик. Второй мифик, что? Почему из мифика такая фигня выпадает? Если мне сейчас лего выпадет и там будут монеты, я просто раздолбу этот аккаунт. Кстати, кто хочет новой серии по Скалбастер, ставьте лайки. Это, боже, это как не везет мне. Кстати, мне нравится, когда они так двумя пальцами мне нравится их открывать. Ну, хоть мегаячки, наверное, будет получше. Мне теперь только редко упадает. Даже ни одного мифика. Даже ни одной леги. А это 42 призастар, почти как 100. Все? Походу все, да. 28 гемов. Окей, открываем мегаящики. Мегаящики — это самое лучшее, что есть. А почему тут по-английски написано, если эти акции по-русски? Мегаящик. Давай! Ты сила! 4 предмета. Не светится, блин, кринж. 7 предметов! Что? Мне что-то выпадет? 2 гема, окей. Светится. Скин на Брока. Нормально, но не очень прикольно. Окей, следующий мегаячик. У нас еще впереди куча мегаячиков. Не прям так много. 7! Опять 7! Что мне выпадет? Светится, светится? Скин! Опять скин! На Джесси. Блин, у меня прям нога заболела уже. Мне все болит. Не предметы. Фу! 5 предметов. Ну что-то может выпасть. А, нет. И говорил ерунду. 3 предмета, все, мегаящики, фу, отстой. Да что мне ничего крутого не выпало. Этот аккаунт невезучий. Сразу понятно, этот аккаунт невезучий. Он мне даже ни одного бравлера не подарил. Кринжатина.
Сколько у меня здесь бравлеров? 18. А, так я сейчас бравлер смогу купить. Ну, у меня только Ну... Можно сказать, то, что его бравлер. Я даже его прокачивать не хочу. Может, у меня какие-то еще аки есть, которые повезучие. Вот это я Лего. Я Лего. На этом аккаунте вроде у меня есть Лего. Да, у меня есть Лего. Забираем 500 этих штучек. Мой любимый Драко. Это последний, кстати, легендарный бравлер, который недавно вышел. Но говорят, выйдет Мо новый это будет. Бравлер это какой-то хомячок, у которого глаз нет. И его, походу, прокололи их. Или он ослеп. Нет, тут нету ничего. Окей, может на следующем, на последнем. Путь к Леге. Мой последний ак. Там, походу, тоже не будет ничего. Но этот ак тоже везучий. Я эти аки создавал, когда... Когда... Как вам сказать, блин? Ну, когда эти были 5 призов с легендарных став или что-то вот этого. Тут скины очень крутые на... На этого... Эль Прима. Где этот Эль Прима? Вот, этот, у меня тут фэн, кстати, есть. Вот, смотрите, у меня есть вот эти вот скинчики. Но мне больше нравится вот этот вот. Смотрите, какой он красивый. Ну, вроде бы все. Я просто на втором аккаунте решил подкрывать. А так мне повезло на основном. Мой основной аккаунтик, где я выбил Мэнди и кого там еще, Нани. Ролик уже, кстати, есть на канале, вы можете его посмотреть. Но сейчас он просто выкладывается. Но я славлюсь тем, что у меня есть две леги, и одна очень крутая, это Леон. У него еще есть скин. Вот, знаете, мне нравится больше вот этот Леон. Такой обычный, стандартный, но... Что-то с этим скином мне чуть-чуть получше. Ну, вот, обычно у меня даже на него скина нету. Ничего, его не могу сказать. А, так у меня 1000 блингов. Давайте покупать скины. У меня есть 1000 блингов. Даже две почти 1000. Окей, на Леона есть какие-то скины блинговые. Есть тут, есть, конечно, скины блинговые, но мне даже не хватает на них. И мой любимый Клэнси, Клэнси, Клэнси! Мелоди. Ну, этот скин отстойный. Раньше думал, что это прикольный, но он отстой. Давайте брать, вот смотрите, у меня на Нане есть скин, да. Вот этот скин. Давайте купим на Мэнди скин. Да, давайте купим на Мэнди скин. А чё она без скина? Пам. О май гад. Всё, у меня теперь есть скин на неё. Прикольно. Ну, это было открытие на моем втором аккаунте. 7 мегащиков и 42 призастара. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока.